не слышит, ни про зрителей, ни про чё. Ай! Ты мне камеру намочишь. Камеру не мочи мне. Ты... Что? Как фиги? Ты посмотри на нее. Ты посмотри на нее, женщина. Женщина. Почему мы с фигами? Женщина, я не танцую. Женщина, я не танцую. А я безразлична к этому. Опять скажу, что мое слово должно быть подсвечено. Да, хорошо. Мама безразлична к сгущенке. Всё. Нет, к блинам и... Ко всему она безразлична. Но сейчас к ужину я что-то такое... Почувствовала тягу. Сейчас я хочу рыбу и овощной салат. Вот ну вот давайте посмотрим, есть там это или нет. Еще 5 минут до открытия, и я попросила разрешения снять вам, пока вот так вот все здесь не тронуто, все здесь красивенько. А здесь, значит, снова все-таки изменения есть. Видите, маслины появились, зеленые, черные, грибочки. Так, это вчерашний знакомый салат новый. Вижу новый салат и даже свекольный. Такого вчера тоже не было. Разные масла. Так, здесь у нас тертый сыр. Ага, здесь рыба белая, по-другому совершенно все. Видите, и говядина, и бифстроганов, и разные какие-то кусочки мяса. Здесь все, кстати, написано. И паста сегодня, и картошечка сегодня, и фасоль. Замечательно, как все чистенько, красиво. Спасибо. Так, и сладкое тоже сейчас пройдем. А, чай, дыня, лимончик, фрукты. Арбуз, ананас и дыня сегодня. На токенол тавель. Дыня, ананас. Так, мороженого нет, это было в обед. Здесь какие-то вкусные маленькие, как эклеры или пирожные. Кусочки торта, тирамису в таких баночках или крем-брюле. И здесь вот тоже какие-то как пирожки или я не знаю что. Ну, почему... В общем, спасибо за то, что разрешили снять такую красоту в нетронутом виде. В нетронутом виде. Здесь и баранина, и курица, и рыба. Вот это вот баранина. Это курочка, это белая рыба, а это свинина. Мы наужинались. Не поверите. Мы снова в спа. Ищем, какой лифт открывается. Мы снова в спа. И у нас с вами вечернее спа. Сегодня Кристина говорит, не хочу на море, хочу, значит, на вечернее спа. А тут какая-то не то тренировка, не то что-то под музыку. Ах, тут как все по-другому. Смотрите. Да, детская тренировка какая-то. Ух ты! Мы накупались до упаду. И Кристина говорит, а идем-ка мы смотреть закат. Мама сказала, нет, все, я отдыхать. А мы идем смотреть на море снова. И закаты провожать. Вам уже знакомый фонтан. И знакомое здесь все. Но сегодня попозже, сейчас 9:30. 9:30. Еще солнце, конечно. И мы сейчас, наверное, с вами успеем закат посмотреть. Вот это красота! Солнышко! Так оно еще высоко, Кристина. 9:50. Сколько гуляющих, сколько отдыхающих. Бар от этого нашего отеля работает. Закаты. Песочек-то прохладный уже. Такой мелкий. Беленький, мелкий. Хороший пляж. Надо еще денек провести на море, а то мы все спа-спа, мне уже дурно
от слова купаться. Не говорите мне купаться. Вот это картина. Картина маслом. Пришли мы провожать закат. Заката еще нет, но если дождемся, то вам покажем. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Хорошего вам настроения, хорошего, яркого, запоминающегося лета, отпусков, выходных. Чтобы у вас и у ваших семей было все хорошо. И атайка каллистами армастами. Удалось нам показать вам, как садится солнышко, а теперь мы спать. Мы отдыхать. Так, а это что здесь сторожило? Не пускаешь никого? Не пускаешь? У нас билет. Паспорт дать? Ну, у нас... Да, сам забираем, забираем. Что, ты правда с нами? Не, ну я не это имела в виду, но пошли.